Я из Илишевского района приехал сдавать кровь. Увидел в Инстаграме пост, что вот маленькой девочке нужна помощь. Я думаю, каждый должен заниматься таким добрым делом. Как вы видите, акция еще продолжается, там заканчивают люди, сдают кровь, уже сдало около 100 человек, это очень здорово, потому что никто не был готов к такому наплыву, это очень круто, будем надеяться, что акция станет постоянной, и каждый год мы будем проводить такие добрые акции, она станет традиционной, как и мешкопад. Узнали о маленькой Кате, то, что она болеет, вместе с клубом Salty Life организовали такую акцию. Я очень рад, что люди приходят и сдают кровь. Это помогает и ей, и другим людям, которые нуждаются.